Друзья, всем привет. В общем, выбрались мы с кумовьями на Орлик пособирать грибы и немножко половить щучку тролля нам. В общем, сейчас прыгаем в лодку, едем собирать грибы. Ну и по дороге будем идти троллим, посмотрим. В общем, друзья, давайте смотрим. Вон, друзья, приехали за белым, а это лисичка. Мы собираем лисичек сейчас. Вот. Их тут целый ряд. Вон. Ребята, посмотрите, какие красавцы. Вот один. Просто офигенно. Это лисички. Я их не беру. Кому я собираю, я не беру. Друзья, посмотрите, нашествие лисичек. Их тут просто немерено, этих лисичек. Вон, можно резать. Я не за ними приехал. Даже, может, срежет. Может, не будет резать, не знаю. В общем, их тут просто везде. Ну, друзья, посмотрите, лисичек просто. Ну, нам они не нужны. Мы ищем белый. Танюха срезает, но я их не собираю. Белые маслята, да. Да, лисички. Все, друзья, кайфово выбраться, погулять по лесу. Такой здесь запах. Просто. Марина нашла там кума, один белый. Олег нашел тоже один белый. Ну, не очень много, но очень много людей. Так вот, смотришь, там человек. Ходит. Мурашка. Лисичек очень много, но их никто не собирает. Видно, люди тоже только за белым охотятся. Поэтому вот так вот. Ну, у нас цель была вывести просто жену погулять. Мы деток наших оставили на бабушек. Одна пошла в садик, вторая на бабушке. Мы просто выбрались погулять свежим воздухом. Подышать. Может, сейчас еще будем идти, пройдемся троллингом. Олег вообще никогда на спиннинг не ловил, поэтому я взял два спиннинга, взял приманок, дам ему какую-то уловистую приманку. Ну, попробуем, будем идти, пройдемся. Может, что-то цепанем на тролл. Может быть и нет, но больше отдыха. Да, друзья, выбирайтесь на природу. Не забывайте, берегите ее. Был я на рыбалке вчера. Не знаю, будет видео, не будет. С папой выезжали на таранке. Не очень много поймали, но рядом мы поздно приехали. И времени было немного. Мы выезжали там 1,5-2 часика посидеть. Рядом с нами там стоял мужик на резиновой лодке. Он стал с самого утра. Так он таранил, лупанул, наверное, 10 кг, а может даже и 15. Он про норму вылова вообще ничего не знает. Если каждый будет так, друзья, забирать, то рыбы нашим детям и внукам не останется. Мы за, ну, каждый рыбак забирает много. Артели, плюс заводы. Берегите природу и все, что с ней связано. И наше будущее. Если что мы оставим своим детям? Безрыбные водоемы. Ну, это никуда не годится. Неправда. Ой, какая же здесь красота. Посмотрите. Да, кстати, там и многих. Я и многих блогеров смотрю. Большая часть из них еще даже каналы не сильно большие. Они уже там продались за два мешка прикормки. Так это все. Я просто думаю, интересно, а что будет дальше? Что будет дальше? Они будут рекламировать все подряд, чтобы люди брали. Но есть реально такие вещи, которые не работают. А некоторые говорят, что работают. Да, может, там в каких-то определенных условиях, но они не ловят массово.
Ладно, друзья. Смотрим. Да, всем спасибо, что вы со мной. Смотрите, сколько лисичек. Целое нашествие. Давайте хоть чуть-чуть срежем, наверное, с пяточек. Та лисичка, ее тут просто немерено, ее просто нашествие. Да, лисичек очень много, но она белая, тут сильно очень много желающих, надо далеко ходить, это надо приезжать, чтобы или кто-то возле лодки оставался. Бо опасно так, блядь, придешь, а лодки нема. И что потом делать? Не, ну понятно, что. Лисички. Может, дальше надо было идти. Масленый какой, посмотрите. Красавчик. Вот еще, друзья. Красавчики. Маслята. Нашли мы там два белых небольших. Я не знаю, заснялось, не заснялось. Таких красотунов. Хотя людей прошло, друзья, все перевернуто. Везде, где бугорочек, перевернуто. А вот, перевернуто. А вот тут не увидели. Такой красавчик у нас. Танюшик! Ну, друзья, белый, махонький, ну белый. Смотрите, друзья, какая красота. Срезай. Так ты ж. Три вместе, каких красавца. Масленка. Прибавляется в пакете. Белые. Эти два черные. Вот боровичок какой. Да. Вот какой боровичок. Ходим, гуляем, дышим свежим воздухом. Какие красавцы. Ком нашел. Так ты шо. Вот. И вот. Так ты шо. Шикардос. Что, друзья, вон, посмотрите, какой красавец. Белый. Так, Таня, открой, там должен быть этот лип-гриб в сумке. Да. Такая хнять большая, же, синего цвета, как плоскогубцы. А, небольшая. Небольшая, но есть. Да, вот. Починам тебя. Давай. Не подматывай ближе, ты что, Олег? Я как буду. Же ты ее доставать будешь сейчас? Этот, вот именно. Первая в жизни моя щука. Да. Друзья, вот кум. Поехали Олежа. За грибами. Олежа. Олег, спусти ее, открой тушку. Тихо. Закрывай. Так все просто, как казалось. Приспособа какая. Вот, друзья. Маленькая, конечно. Ну, первая. Друзья, есть щука. Да. Вторая уже.
Да она у меня стоит. Да она у меня стоит. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Да не надо ничего, я ее возьму. Да. Это щука небольшая, что? Нормальная. Нормальная щука. Вот, друзья, вот такая щука. Черенок. Это, кстати, воблер. Я взял, друзья. Это делает самодельный воблер. Засандалила. Да, и рыбалка, и грибалка. Вон так вот, видите? Я за рулем. Первая вот. Щука. Да, Олег вообще первую щуку в жизни поймал. Такой щуренок. Ну что, друзья, вот и закончился наш поход. Типа поездка, не знаю, как назвать. В общем, отдохнули знатно. Поймали две щучки. Собирали, ну примерно, если все белые грибы сложить, что мы собрали, ну, наверное, ведро будет. Ну, в общем, так что поддержи видосик лайком, да не забудь подписаться на канал. Ну и всем удачи, встретимся на рыбалке, всем пока.